В общем, я сейчас поговорил с одной из участниц нашего проекта, и она говорит: «Я не хочу выступать на стадионе, нафига этот проект? Не хочу я на стадионе, зачем это мне?» И вы знаете, вот у многих из нас такое есть, как бы самосаботаж, мы сами себя предаем. Мы начинаем себе рассказывать, что мы что-то не хотим, хотя на самом деле мы не хотим, мы боимся, мы просто боимся. Мы говорим, мне лень, мне это не очень интересно, вообще это не мой уровень, но на самом деле мы просто боимся, потому что когда мы идем в развитие, мы неизбежно сталкиваемся со своими ограничениями. И развитие, по сути, это постоянное преодоление своих ограничений. И я вас буду поддерживать, если вы, нет, не если, когда вы решите, примите твердое решение идти в проект, идти в новое, преодолевать свои ограничения. Я обещаю, что я буду рядом, я помогу проработать любые эмоции, которые вам будут мешать развиться, выйти на новый уровень. Я с тобой.